Меня зовут Денис Бабин. Я мечтаю быть автослесарем. Мечтаю разбираться в машинах, ремонтировать их и иметь свою собственную. Через 2 года воспитанник Нововятского интерната Денис Бабин закончит школу и начнет взрослую жизнь. Сегодня ему предстоит получить первые азы желанной профессии. Здравствуйте. Добрый день. В какой работе ты хотел бы поучаствовать сегодня? Слесарной. Слесарной. Работа будет грязная, так что тебе нужно переодеться, раздевалка у нас вот там. Проходи. Новому стажеру в автосервисе сразу нашлась работа. Директор Андрей Зяблицев доверил Денису иномарку. Нужно отремонтировать задний мост. Урок первый – освоить автоподъемник. Значит, подъемник приводится в действие на подъем. И так вот при помощи гидравлики он опускается. Урок второй – научиться крутить гайки. Гайковерт Денис сегодня впервые взял в руки. Сейчас давай рывками. Урок третий – главный – не бояться испачкаться. Ну как, не смущает тебя грязная работа? Да нет. Это основная работа слесаря – постоянно пачкать руки. Уже с первых минут работы Андрей Зяблицев понял – задатки хорошего автослесаря у Дениса есть. Грязи не боится, умеет слушать и все схватывает на лету. Вот сейчас пробую открутить. Ремонтировать машины Денису доводилось и раньше. Помогал знакомому чинить вазовскую шестерку. У Тойоты молодой человек сразу подметил новые детали. Что такое АБС? АБС – это антиблокировочная система тормозов. Машина лишается усилия торможения, когда колеса идут на юг. Мечта стать автослесарем у Дениса появилась, когда он узнал, что такая же профессия была у его дедушки. Попробовал и понял – работать с машинами сложно, но интересно. До подшипника столько деталей надо открутить. Сначала масло слить, потом с моста это, грязь убрать всю, потом кучу гаек открутить. Ты никогда, я так понимаю, не видел, как устроен электрический стеклоподъемник. Хотел бы ты это увидеть? Конечно. Хотел бы. Тогда пойдем. Руки мы с тобой вымыли, можем браться за чистую работу. Механический стеклоподъемник Денис уже успел изучить с друзьями в гараже. После этого урока справится и с электрическим. Здесь обыкновенный электродвигатель 12-вольтовый, здесь редуктор, который передает вращение. И начинаем поднимать и опускать. Андрей Зяблицев когда-то тоже начинал в гараже. Собирал мопеды и мотоциклы. Теперь может отремонтировать любую машину. Будущему коллеге он пожелал верить в себя и не забывать о своей мечте. Парень не боится грязи. Самое главное, не боится испачкать руки. Он аккуратный. То есть, задатки есть. Из него можно сделать слесарь. Ну что, Денис, что-нибудь вынес для себя из сегодняшнего дня? Да, было очень интересно. Было интересно. Ну, достаточно. Познавательно, много, да, так много скажем? Познавательно. То есть профессия твоя все-таки тебе нравится на первый взгляд? Конечно. Это очень хорошо. Я думаю, теперь обязательно тебе нужно получить какое-то образование, чтобы знать теорию. А потом с удовольствием ждем тебя к нам на практику. Денис решил, теперь точно после школы пойдет учиться на автослесаре. И обязательно купит свой автомобиль. Пока мечтает о десятке.